Тема, короче, такая. Нарезали таких тропинок, и ты как бы ходишь и говоришь: о, какие деревья ты здесь! О, какие здесь упавшие деревья! О, какие здесь неандертальцы ходят с картами! Hi! Do you speak English? No. Fucking man! Only Russian! Вот так. Здесь вот неандертальцы только на русском разговаривают. Говоришь ему fucking man, и он не понимает. Ну, в общем, здесь тема показать дикую природу. И эта дикая природа в своем первозданном виде. Утро в сосновом лесу. Будет перефразировано. Утро в лесу, краснодеревном лесу. Вот. Здесь вот мишки должны ползать, и картину можно делать. Шишкина пригласить, посадить медвежек, и будет утро в краснодеревном лесу. Ну, типа того. Hi, guys. Everything still there? Мы, по-моему... Станимир, мы, по-моему, неправильно идем. Надо было налево идти. Народ возвращается. Мы как эти чуваши, блядь, в обратную сторону. Крутим лампочки. Ладно. Не суть важно. Самый главный процесс. Ходим, дышим свежим воздухом. Наслаждаемся и говорим: ой, как хорошо в лесу. Но запах, конечно, да. Труднопередаваемый. Это совсем уже другая Америка, не Лос-Анджелес, где задыхаешься. Да, здоровые деревья. Welcome to Revolution Train. Сюда идти или куда идти? Написано? 2.3 miles. Welcome to... Okay. Ну, в общем, все. Наш руководитель сейчас скажет, куда идти. Здесь мы, это визитерсы. Мы пойдем, да. Визитерсы, это мы, посетители типа того.